В микрорайоне Засыва есть пункт приема стеклотары, который уже давным-давно не работает. Тем не менее, бутылок здесь предостаточно. Как долго здесь лежат все эти бутылки, остается только догадываться. Но, тем не менее, хорошо видно, что здесь их не один десяток. Может и мелочь, но мелочь бьющаяся и травма опасная. Для того, чтобы наживиться на халяву, некоторые жители нашего города готовы рисковать. Раньше на этих опорах, которые находятся на улице Криулинской, было металлическое ограждение, которое защищало пешеходов от проезжающего транспорта. Сейчас такой пользы, которая была раньше, от ограждения нет. Железо-то бьют. Было хорошо тут. Охотники за металлом сделали свое черное дело. Но стоит добавить, особо денег они не заработали от той трубы, которую отсюда уперли. А вот люди из этой пакостной мелочи сейчас остались без защиты. В этом году кунгурские коммунальщики добрались до ремонта дорог не только в центре города, но и на его окраинах. Находимся в микрорайоне Засывы, в частном секторе. Еще совсем недавно здесь были сплошные ямы и выбоины. Ну, раньше было грязно, а сейчас дорога замечательная. Ту асфальтную крошку, которую здесь мы сейчас видим, осталось после фрезеровки асфальта и ремонта дорог в центральной части города. Может, это и мелочь, но мелочь это практичная, оправданная и сейчас приносит реальную пользу. Рубрика выходит при поддержке компании «Мастерстрой». Натяжные потолки от 300 рублей. Пенсионерам скидка. Телефон 222-14.